попробовать себя в роли радиожурналиста или посидеть в кресле ведущего новостей. Ученики клуба молодых журналистов молодежного центра «Горком 35» побывали на экскурсии в гостеле радиокомпании «Вологда». Они познакомились с разными стадиями производства новостей и различными журналистскими специальностями. Вместе с ними на оборотной стороне телеэкрана побывал и Егор Канавин. Сердце областного телевидения – это наша новостная студия. Именно эту студию тысячи жителей нашей области видят, включая вечером телеканал «Россия-1», чтобы узнать, какие интересные события произошли в нашем регионе за последнее время. Ведущий, которого снимает сразу три камеры, читает новости с телесуфлера, специального дисплея, который располагается прямо перед объективом, отображая текст с необходимой скоростью. 19 января – облачная с прояснениями погода. Местами небольшой снег. Попробовать записать прогноз погоды или посидеть в кресле телеведущего смогли ученики клуба молодых журналистов молодежного центра «Горком-35», которые побывали на экскурсии в областной телерадиокомпании. Начинающие акулы-пера познакомились с разными стадиями производства новостей и различными журналистскими специальностями. Например, узнали, что входит в обязанности режиссера радиоэфира. Приходят у нас гости. Значит, это все в прямом эфире выходит из этой студии. Какие-то музыкальные отбивки, какие-то музыкальные подложки. Это все оформляется в единую передачу, в единый канал, и вот все таким образом выходит в эфир. Посмотрела, вообще познакомилась со всей этой внутренней кухней. Больше всего меня, пожалуй, впечатлило, чего я сама не ожидала, это техническая сторона, на самом деле, вот в студии в основной, там очень, очень много камер, очень много техники, это на самом деле все очень интересно, на мой взгляд. Познакомиться с профессией журналиста в разных ее проявлениях и самим попробовать себя на практике, в этом и заключается основная суть клуба молодых журналистов, третий сезон которого стартовал в Горкоме в сентябре прошлого года. Образовательная программа насыщенная, лекции, мастер-классы от практикующих журналистов, экскурсии в различные СМИ города, работа над реальным телевизионным проектом. В общем, все, чтобы получить полное представление о профессии. Я по натуре человек творческий и... Собственно, этим все и обусловлено. То есть тяга к новым знаниям и к проявлению себя. Мне давно хотелось получить знания и опыт именно в этой сфере. Клуб молодых журналистов – одно из шести объединений, которые работают на базе молодежного центра «Горком-35» в этом сезоне. Так, самых отзывчивых и деятельных ждут в школе волонтера, мечтающих проводить торжественные церемонии в школе ведущих, молодых родителей в клубе «Счастливая семья». Ну а для тех, кто интересуется политикой и историей своей страны, идет курс молодого политика и открыты двери военно-патриотического клуба. Присоединиться к активной и творческой молодежи могут все желающие. Набор в клубы еще открыт. Подробности по телефону 76 02 55. Егор Канавин, Михаил Прищев, Вологда портал.